дырочку. Поднимаем нашу 5-метровую. Поднимаем наш 5-метровый лист. Это, могу сказать, не самый длинный. Самый длинный был 7 метров. Вот так металлочерепица 2 года пролежала, и пришло ее время. Кровли. Ну, вот. Нижнюю часть перекрыли. Эту часть наживили, теперь прокручиваем все листы. Крыша у нас лежала 2 года, поэтому местами грязная, но качество их неприятное.